Всем привет! Вы на канале Артём Белоусов, и сегодня мы с вами будем играть в игры вместе с Алисой, а именно эта игра будет называться «Угадай животное». Вот. Но прежде чем мы с вами начнем просмотр этого видео, пожалуйста, включите комментарий и пронумеруйте все, ну, в строчку, на каждой строчке поставьте цифры от 1 до 15. Так как в каждом раунде у нас будет 3 раунда с Алисой, и в нем будет по 5 вопросов. И после каждого вопроса вы будете на строчке ставить либо плюс, либо минус, но в зависимости от того, как именно вы угадали животное по звуку. Так, ну вот наша Алиса. Так, и чтобы включить игру. Грустную или веселую? Да подожди ты. Поняла. Так, Алиса, не надо баловаться. Значит, мы включаем игру «Угадай животное». Вот она. Запускаю. Она запускает. Хорошо. Я буду проигрывать звук, который издает животное. Вам нужно угадать, кто это. Если надоест, скажите «стоп» или «хватит». Поехали. Так, ну, надеюсь, вы уже проставили все циферки от 1 до 15. И поэтому мы никого не ждем. Поехали. Отлично. Кто так звучит? Так, ну это все знают. Лошадь. Так, да блин. Лошадь. Чего? А, ну это уже гусь. Гусь. Ура, это правильный ответ. Кто это? Ослик. Ответ правильный. Вы молодец. Это кто? Кошка. Угадали. Это правильный ответ. Что это за животное? Это сова. Хотите сыграть еще раунд? Да, это победа. Я угадал все вопросы. Только вначале она там что-то зависала с лошадью. Но это что-то в первый раз. Я вообще на самом деле раньше играл в угадай животное, но 5 из 5 это в первый раз. Ну ладно, мы начинаем второй раунд. Хорошо, сыграем еще. Кто так звучит? Ну, это все знают. Кукушка. Ответ правильный. Вы молодец. Кто это? Их котня. Корова. Муха. Ура, это правильный ответ. Кто так звучит?
Так, а вот в этом вопросе у Алисы на самом деле так может звучать и морж, и морской котик, и тюлень. Но Алиса так запрограммирована, что в этом вопросе можно отдать только один ответ – морской котик. Морской котик. Лягушка. Угадали. Это правильный ответ. Отлично. В этом раунде вы угадали 5 животных из 5. Хотите сыграть еще раунд? Да, это победа. Так, я так чувствую, мы уже Алису затроллили. Так, опять 5 из 5 у нас. Опять 25. Так. Значит, ну и у нас с вами остался последний раунд, да? Хотя, стоп. А, мы уже на все раунды ответили, да, с Алисой. Вот. И, в общем, мы сейчас поставим лайк. Стоп. Тогда заканчиваем. Доброе слово и боту приятно. Так, ну вот. В общем, наша игра закончилась. Я лично в первый раз все правильно отгадал. Так. В общем, мы с вами выходим. И так как вы уже видели, Алиса неплохо играет в угадай животное. Особенно она так интересно говорит слово угадали. Вот. И сейчас мы с вами послушаем небольшое исполнение Алисы, так как в прошлом видео из-за громкой музыки она не очень была хорошо слышна. Так, чтобы она нам спела песенку, мы ей говорим: Алиса, спой песенку. Сами напросились. Скачать программу я, Алиса. Чем косит сахарный тростник? Дальневосточный рынок, Лиса. Синоним к слову «золотник». Как пронумеровать страницы? Как сделать, чтоб айфон не тух? И Бродский меньше единицы. Игра про паука и мух. Как начисляют отпускные? Конфеты, вишенка, Спартак. Как приготовить отбивные? Снегоболотах под бурлак. Реклама слонит кредитором. Наклейка знак шуба из декором. Ну, вот такую замечательную музыку нам исполнила Алиса. И как вы уже видели, мы ей даже лайк поставили. Вот, она нам была очень благодарна. И я вам тоже буду очень благодарен за лайк. Также не забывайте подписываться на канал. Красная кнопочка. Напоминаю, что тогда вы самые первые будете узнавать о новых видео. Вот, и не забывайте писать все свои комментарии, вот, и потому что это очень важно, и мы по ним будем выбирать, что же мы в следующий раз будем делать с Алисой. Ну а пока, всем пока!